Тогда я вам объясню. Если вы устроите этот цирк, вы разозлите всех. Тогда нас покинут и те, кто сейчас нам сочувствует. Не будем говорить о других последствиях. А коммунистов уничтожим без шума. Без шума можно в Софии, господин Белинский. Здесь люди знают друг друга. Если будем наносить удар, то нужно его как следует рассчитать, чтобы они помнили его очень долго. Вы их не напугаете, а только озлобите. Кроме того, не забывайте, что мы за конституционную монархию. У нас есть парламент, вам нужны избиратели. Здесь я, парламент и конституция. В такой опасный момент только я имею право решать. Не оспариваю ваших прав. Вы хотели совета, я его дал. А я его не принимаю. Папа! Добрый день. Добрый день. Здравствуйте. Здравия желаю, господин майор. Здравствуйте. Здравия желаю, господин майор. Здравия желаю. Добрый день, отче. Добрый день. Мадам. Добрый день, господин Севов. Добрый день, отче. Какая торжественность. Прошу, господа. Thank you.
Шилис. Играйте! Почему остановились вашу мать? Вашу мать! Болгары, этот сентябрь нам запомнится. Царство Болгарии. Мы проиграли 3 войны, потому что воля к победе... Сынок! Их утопили!
тот, кто пойдет против Отечества, будет наказан. Во имя болгарской нации, во имя наших самых светлых идеалов, мы должны быть беспощадными. Когда-то поколения будут... Их утопили.